Тверская улица вывела нас на Триумфальную площадь, которая еще недавно называлась площадью Маяковского. Здесь находится один из самых популярных театров Москвы – театр «Сатиры». Сколько известнейших актеров с ним связано. Андрей Миронов и Анатолий Папанов, Александр Ширвиндт и Михаил Державин, Ольга Аросьева и Татьяна Пельцер – перечислять можно без конца. Историю этого театра невозможно представить и без Спартака Мишулина. Сколько замечательных ролей сыграл он на сцене театра «Сатиры». Взять хотя бы Карлсона в популярнейшем детском спектакле. Эту роль Мишулин играл на протяжении многих лет. А начинал свою творческую карьеру Спартак Мишулин на сцене Калининского драматического театра. 1950 год. Одна премьера следует за другой. «Тайная война», «Укрощение строптивой» и, наконец, спектакль, где Спартак Мишулин сыграл одну из главных ролей. Мы суворовцы, который чуть сталинскую премию получил, вот, написал. Тут был Суворовский учитель, она есть сейчас здесь, нет? Да. Вот, и тут местный офицер написал эту пьесу, которая пошла по всему Советскому Союзу. Пьесу «Мы суворовцы» написал молодой драматург Моторин, офицер-воспитатель Калининского суворовского училища. Она рассказывала о воспитании молодых суворовских кадров, о дружбе и товариществе, о чувстве долга перед Родиной. В роли суворовца Володи Бойцова в Калининском театре дебютировал Спартак Мишулин. И дебютировал весьма успешно. Через 60 с лишним лет по телеэкранам с огромным успехом пройдет сериал «Кадетство» о тверских суворовцах. Ну а самым первым кадетом, выходит, был Спартак Мишулин.